Приветствую всех, друзья! Лена Голд из Майами. И сегодня я хочу поговорить с вами на очень важную тему, как привести животик в порядок. И не только поговорить, я хочу практически вам показать, что можно сделать для того, чтобы ваш животик стал снова таким красивым, хорошим, плоским, чтобы вы могли красиво ходить на пляж, одевать красивую одежду и быть вообще довольными собой. Так вот, многие страдают от того, что вот этот животик получается такой большой, у кого-то очень большой, и пытаются сесть на диеты, пытаются делать упражнения, качающие пресс, да? Но пресс, когда мы делаем, качаем, это упражнения, которые качают верхние наши кубики. Но при этом живот остается такой же. Почему? Потому что проблема совсем в другом. У нас идут внутренние мышцы, знаете, такие вот они продольные внутри, под вот этими кубиками пресса у нас есть еще одни мышцы, они называются переднебоковые мышцы. Они идут с двух сторон. Между ними идет такая вот прям белая соединительная ткань, полосочка, она прям идет вот от, соединяется с мочеполовыми органами и идет на самый верх. Эта полосочка состоит из соединительной ткани. И соединительная ткань, вот эта белая линия, она вообще состоит из трехмерной сети коллагеновых волокон. И что у нас получается? Получается со временем, из-за того, что неправильное питание, плохо за собой следим, не занимаемся спортом, у нас происходит диастаз прямой мышцы живота. Вот, то есть она расслаивается. Но часто у женщин она расслаивается именно из-за беременности. Когда девушка, вот красивый плоский живот, она забеременела, живот начинает расти, то эта мышца, вот она по этой полосе, она сама автоматически растягивается. И она дает возможность выносить ребенка внутри, создать ему пространство. И во время беременности это бывает нормой, когда вот эта соединительная ткань растягивается на 8-9 сантиметров. Это большой такой промежуток, большое расстояние. Представляете, если у нее норма, скажем так, уже заниженное максимальное расстояние 22 миллиметра, это 2 сантиметра, грубо говоря, 2 сантиметра расстояния между ней. А представляете, она растягивается почти до 10. И естественно, что когда плод вырастает и произошли роды, допустим, девушка после родов никак не может привести это в порядок, соединить. Соединить почему не может? Потому что, возможно, не хватает в питании коллагена, мусорная еда, то есть нет тех веществ, чтобы соединить обратно, дать силу, потому что когда это растянулась соединительная ткань, она стала дряблая, как старая резинка. И вот здесь обязательно надо брать коллагеновые добавки. Они очень хорошо помогают. Вот я пользуюсь все время коллагеновой добавкой, чтобы восстановить эту ткань. Обязательно брать блокаторы жировых отложений, чтобы убирать и укреплять мышцы. То есть вот этими продуктами я пользуюсь. Кому интересно, спросите, сброшу ссылку для друзей. Но важно понять и восстановить ее. То есть вы не уберете этот живот. Проблема с диастазом – это пупочные грыжи, это опускание внутренних органов, то есть вываливается, разрастается живот, боли в спине, и люди ничего не могут сделать. Почему? Потому что надо восстановить и укрепить эту мышцу. Часто у людей она вообще дряблая. Статистика громадная, когда женщины, девушки не могут родить сами. Почему? Потому что даже не могут напрячься, эти мышцы вообще не работают, как кисель, особенно если у вас лишний вес. Но по-другому вы не сможете держать все органы внутри. Вы поймите, что внутри органы, и их надо держать. За счет чего мы держим? За счет мышечного каркаса. Вообще, как бы, если вы куда-то обратитесь, проблемы со спиной, еще где-то, вам скажут в первую очередь, качайте, раскачивайте мышцы. Мышцы – это то, что вас держит, это как утягивающий костюм. Так вот, чтобы проработать эту мышцу, надо самое эффективное упражнение – это наули или вакуум живота. И я могу сказать, что я сама себе ввела его, я уже делаю его где-то около
3-4 месяцев каждое утро. Его надо делать на пустой желудок, вы совершенно голодные, встаете, и это первое, что надо сделать. Начинайте с 3 упражнений, с 3 раз, и постепенно вы будете наращивать, потому что когда вы сделаете первый раз, у вас, скорее всего, ничего не получится. Но суть в том, чтобы, знаете, как сосиска на турнике, да, просто брать и болтаться. Если вы не можете подтянуться, то надо начинать болтаться. Потом вы начинаете красиво висеть, а потом вы начинаете по чуть-чуть подтягиваться. Главное это делать каждый день. То же самое с этим упражнением. Если вы хотите убрать живот, надо начать делать упражнение каждый день. Делается оно просто. Вы становитесь, как вам удобнее, так расслабленно, прямая поза. Вдыхаете, да? Вдохнули, расслабили живот. Потом вы выдыхаете и еще довыдыхаете и втягиваете в себя живот как можно, насколько вы можете. И держите. Допустим, вы придумали себе счет там держать до 5, если сначала получается, потом там до 10, то есть как у вас получается. Самое главное, что делать эти попытки постоянно. Сейчас я вам покажу, как делаю это я. Я тоже еще не супер профессионал, я тоже в пути, но я уже вижу мои улучшения значительно, потому что я тоже мама, я родила ребенка, у меня громадный ребенок был, я родила его почти 3900 по весу, и представляете, что животик у меня был конкретный, то есть эта мышца растянулась, и я тоже долго не могла убрать этот животик, пока я не начала прорабатывать эту мышцу, и пока я не добавила качественный коллаген, который именно выстраивает эту белую соединительную полоску между мышцами, там идет трехмерная сеть коллагена, понимаете, здесь самый нужен основной качественный коллаген. Так вот, это делается так, показываю, запоминайте, не судите строго. То есть я вот так втягиваю, втягиваете, насколько можете, и держите так долго, как можете. Лучше, чтобы это был счет, чтобы каждый раз вы повторяли это. И так надо делать минимум 3 раза. Потом, когда у вас появится больше силы и больше энтузиазма, то есть у меня сначала живот так не втягивался, я не могла его так втянуть. Сейчас я вижу, что эта мышца потихонечку укрепляется, и с каждым разом я сильнее и сильнее втягиваю живот. Получается шикарный массаж внутренних органов живота, ну и самое главное, что живот подтягивается. Потому что когда часто женщины говорят, о, это гормональное, в моем возрасте, бла-бла-бла и так далее, все это херня. Вот элементарно начните делать вакуум живота каждый день, это занимает у вас буквально там 3-5 минут. Если вы совсем ленивые делать зарядку, просто перед душем, перед зеркалом втянули живот, женщины и мужчины без разницы, и ваше тело начнет приходить в порядок, потому что будет идти детоксикация. Показываю еще раз для тех, кто не понял. Вдохнули, выдыхаем, втягиваем и держим. Поэтому, друзья, начинайте. И главный ключ к успеху в этом упражнении – это педантичность. Педантичность, делать это каждый день. И, конечно, качественная еда, нужны нутриенты. Потому что если вы будете жрать по-прежнему пельмени и всю остальную фигню, там просто нет нутриентов, чтобы простроить нужные соединительные ткани. Поэтому вот такие чудесные коллагены – чем я и пользуюсь, мне в помощь, рекомендую вам в помощь. И цените, любите себя и берегите себя. Всех благ, хорошего дня!